Луховицах прием населения провели депутат Государственной Думы Валентина Кабанова и заместитель председателя правительства Московской области Владимир Барсуков. Рассказывает Александр Дрожин. Прием населения в Луховицах депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Валентина Кабанова проводит регулярно. Личное общение с людьми она считает неотъемлемой и важнейшей частью работы в законодательных органах власти. Всегда в Луховицкий район я приезжаю с большим удовольствием, потому что люди приходят и хотят лично еще встретиться. Мне приятно, когда слова благодарности за то, что мы вносим какой-то вклад в то, чтобы жизнь стала получше. То ли газ помогли провести, то ли какие-то другие социальные вопросы решили. Поэтому, конечно, вот когда приезжаешь, немножко волнуешься, какие будут просьбы, какие вопросы. Но, тем не менее, я верю, что жители также хотят, как и все, наверное, жители Московской области, России, чтобы у нас была стабильность в России и в каждом муниципальном районе, чтобы мы не на словах, а на деле выполняли те наказы, которые дают нам избиратели при избрании в любой депутатский корпус, будь то муниципальные депутаты, региональные или федеральные. Темы обращений разные. В этот раз жители района просили отремонтировать асфальтовое покрытие на территории Матырской школы и детского сада «Малышок». Разобраться в правомочности принятия решений председателем одного из садоводческих товариществ, оказать содействие в получении разрешения на снос нежилой части дома и так далее. Любое вмешательство, так скажем, тем более депутаты Государственной Думы, которые занимаются профсоюзами, то есть, конечно, это повлияет и поможет разрешить проблему. Прием вместе с депутатом Госдумы Валентиной Кабановой вел заместитель председателя правительства Московской области Владимир Барсуков. Предметно пообщались с депутатом Государственной Думы Кабановой Валентиной Викторовной и обсудили с ней те насущные проблемы, которые сегодня есть в Луховицком районе, те проблемы, которые, к сожалению, не решаются в районе, ни в городе. И, вы знаете, Валентина Викторовна очень опытный человек, и мы с ней наметили ряд серьезных мероприятий, которые позволят сделать так, чтобы вот те проблемы, которые не решались годами в Луховицах, они решались. Первая проблема – это несогласованность действий различных ветвей власти. Это все приводит к тому, что сегодня в Луховицах не ремонтируются дороги, хотя деньги в бюджете-то есть городском на это дело. Значит, сегодня масса проблем именно в развитии промышленного производства на территории нашего района. Проблема есть привлечение инвесторов, а это нужно обязательно делать. Ни одно из обращений не останется без внимания, и по каждому из них заявителю в письменном виде будет дан подробный ответ. Александр Дрожин, Игорь Коптелов для телеканала «Ринг».